Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня покажу вам, как связать вот такую простую красивую резинку 2 на 2, которая хорошо будет смотреться на любых изделиях, хоть мужских, хоть женских, на детских вещах. Использовать ее можно и для оформления низа изделия, и как манжет, и воротничок, и, как видите, можно цельновязанную планочку оформить такой резинкой. Оборотная сторона тоже красивая. Небольшие протяжечки здесь видны. Резинка, как я говорила, 2 на 2. Две петельки у нас по принципу вязания полого шнура вяжутся. И две петельки жемчужным узором. Вот такая красота. Немного она рельефная. Попробую показать вам бороздки. Обратите внимание, как красиво здесь на планке будет выглядеть край. Аккуратный, завершенный такой, уплотненный, толстенький краешек. Аккуратно смотрится. Не стянутый край. Такой достаточно эластичный. И для вязания такой резиночки нам нужно будет набрать петли кратно 4, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные петельки. Для примера давайте наберем, допустим, 20 петелек, плюс 2 для симметрии, 2 кромочные, итого будет 24 петли. Набираем самым обычным способом и приступаем к нашей резиночке. Первую кромочную снимаю. И вязание у нас начинается с изнаночной стороны, с изнаночного ряда. Снимаем 2 петельки, протягивая нить перед работой. 2 лицевые петли. Это у нас раппорт узора. Повторяем. 2 петли снять, нить перед работой. 2 лицевые петли. И так будем чередовать до конца ряда. В конце у нас остается 3 петли. 2 у нас набранные для симметрии. Снимаем их, протягивая нить перед работой. И кромочная петля, провязываю изнаночной ее. Второй ряд, это у нас лицевая сторона. Все петельки вяжем лицевыми. Довязываем ряд. И дальше повторяем узор. Еще хочу обратить внимание на один момент. Если вы решите таким узором вязать планочку, эта резинка по горизонтали будет плотнее, чем, например, лицевая гладь. И придется на планке вязать укороченные ряды, иначе у вас вязание будет борить. На этом все. Берите в копилочки в свой такой замечательный узор. Очень простой, очень легкий, быстро очень вяжется. Если вы нажмете пальчик вверх, это видео у вас будет в плейлисте понравившееся. И вы его легко там сможете найти. Все, всем пока!